4.30, стартап-шоу Сані Лавіка Екстрім, і ми продовжуємо. Сьогодні про як жартують програмісти Google Maps. Відкриваємо секрети, як все устроєно під Києвом. Найпопулярніші місця з висоти пташиного польоту. Об этом во всем з нашим гостем. Владислав Вознюк. Відомий у столиці дигер і руфер. Підкорює урбаністичні вершини та підземелля вже 10 років. Улюблені українські міста – Львів та Одеса. Захоплююче. О, так. Божечки, божечки. Можна серце зупинитися просто водночас, якщо ви дійсно будете перебувати на такій висоті, або ж... Ну, слухай. Яка максимальна висота, на якій ти знаходився? Ну, більше 5 тисяч метрів. Без страховки такого бути не да, може. Я на Ельбрус лазив. Шановні друзі, у нас у студії людина-павук. Можеш сказати найбільшу високу точку у місті, наприклад, у Києві, щоб вона була урбаністична і така важкодоступна? Ну, зараз це мости наші. Южний мост і Московський мост. Що ти по професії, чим ти займаєшся? Ну, я займаюся інтернет-рекламою, піаром. Там проектом одним заведую, вот в компании, которая занимается аналитикой социальных медиа, мониторингом и разработкой сервис-деск решений. О боже. У меня зараз разрывается мозок на дві півкулі, на праву и ліву, и вони не хочуть коннектитися. Як людина, яка дійсно настільки і вправо, і вліво, і зовсім поєднує. Як ти поєднуєш ці головні речі? Ну, я втрачаю дармовы. Это интересно. И первое интересно, потому что там ощущения интересны. И второе интересно, потому что там как бы передовая грань вот самая разработок в области коммуникации в социальных медиа. Где ты побывал и чем ты гордишься в... больше всего в своей жизни? Ну, скажем, больше всего вот я ощутил такой прямо кайф, когда я попал впервые в заброшенные туннели метро. Вот. У нас когда-то не было станции Театральная в Киеве. Поезда ездили сразу с Крещатика на университет. А в 89-м году построили Театральную и пересадку на Золотые ворота. Вот. И там часть перегонных туннелей забросили. Вот. Там сейчас свет горит, там какие-то работы идут. Их даже пытались продать, сделать музей. Вот. Но просто такая атмосфера, вау. Да, очень классная. Ты любишь вот Львов и Одессу, да? Ну, если мы говорим про всякий Urban Exploration, то во Львове это два крутых места. Крыша Львовского оперного театра и подземная река Полтва, которая построена там еще в 18 веке. Это огромный такой туннель. Вы, может, видели, что все города Украины на речках стоят, да? А вот во Львове нету речки, потому что она под землей там течет. А в Одессе самая большая в мире система рукотворных подземелий. Больше 3000 километров подземных ходов. Это одесские катакомбы. Ну, это каменоломни, ну, по факту заброшенные. Для руферов или для диггеров? Самое крутое место в Европе какое? В Европе самое крутое? Ну, Нотр-Дам вот де Пари для меня очень круто. И сам Париж, вот город. Типа там есть огромная система катакомб, то есть именно парижских, 300 километров длиной. Вот, может, читали Гюго «Отверженный»? Там очень хорошо описано. Вот, там парижское метро, еще начало 20 века постройки. Вот, там вот в этом метро там есть какие-то сквоты. Знаете, что такое сквот? Да, сквоты – это места, вот, где живет молодежь. Ну, да, вот там заброшенные станции метро есть. Да. Действительно заброшенные. То есть не как у нас, она просто недостроена и не сданная в эксплуатацию, потому что чиновники деньги не поделили, не нашли, где выход построить. А там это действительно в 20-х годах станции построены, там заброшенные, там такая... Там такая классная тусовка, там устраивают огромные дискотеки, там в заброшенных каких-то огромных подземных ангарах, вот. И это все прямо в центре Парижа происходит. Где взято запрошение на такие вечерки? Это только для диггеров? Да, это только для своих. Каждый. Только для своих, да? Это закрытые места. Добрый, кстати, я, кстати, у нас такие диггером. Тусовки тоже есть. Я, кстати, диггером. Просто я диггером. Есть магазин, там продаются фонарики, вот, покупается фонарик, да, берутся старая одежда и много энтузиазма, и пошел. Слухай, ну, бажаємо тобі у твоїй творчості, будемо це так називати, успіху і нових відео, які ми можемо пролайкати у студії М1. И дальше еще больше множество всяких разных креативных штук. Чем больше дивных людей. Например, как шутят программисты Google. Например, Лавіка и Саня. А еще у нас будет зеркало гостя, которого мы будем раздягать аж до бананов. И еще...
Я не поняла, чого. Чого іншого. Легкий так. Вопрос і подарочки, вікторини, звісно. 18.30. Будьте з нами.